Всем привет! С вами снова Наташа Сандера. Сегодня у нас с вами на обзор гели из магазина MM Cosmetic Store. Гели эти непростые, с сухоцветами. Посмотрим на первый. Цвет номер А148, маркировка H. Ах да, не сказала, баночки маленькие, 5 мл. Стандартный размер. Ну что же это за чудо такое? Гель с сухоцветами. Для чего же он используется? Ну, во-первых, это аквариумный дизайн. То есть, когда наращивается свободный край, то он прозрачный. В него можно поместить много всего, например, такие сухоцветики. Вот смотрите, консистенция очень жидкая у него. Смотрите, как набирается. И, вы знаете, достаточно прозрачная. То есть, чтобы покрыть ноготь так, как на картинке продавца, чтобы было очень много этих сухоцветиков, понадобится 2-3 слоя. А поскольку гель жидкий, сухоцветики выглядывают, это все-таки веточки, которые добавлены в гель. Возникает вопрос, зачем нам эти 2-3 слоя? Это же много. Ну а пока откроем вторую баночку. Цвет А152. Цвет более темный по сравнению с предыдущим. Вы можете посмотреть консистенцию, ничем не отличается от предыдущего. Гель жидкий. Это может сыграть и в плюс, его можно замачивать и проще снимется, не обязательно спиливать. Но опять же, для плотного покрытия, как на картинке, нужны 3 слоя, поскольку веточки, они не концентрированы. То есть такой дизайн покрытия всей ногтевой пластины в один тон, под матовым топом, именно под матовым супер смотрится, подойдет только наращенным ногтям, я так понимаю. И не забудем про белую подложку, конечно же. То есть предлагаю такой вариант, белую подложку, потом 2-3 слоя таких вот сухоцветиков. И сверху матовый топ. Ну что, пришло время номера 3. Номера А142. Какой интересный голубой, посмотрите. Собственно, ради него я и заказывала эти гели, если быть честными. Такой же жиденький, как его друзья. Наносится просто. Кстати, гель мы не красим, мы его выкладываем. Аккуратненько распределить большую каплю. Повторюсь, после просушки кусочки веточек могут немножко выглядывать из вашего маникюра. Залейте его густым слоем топа или забавьте, а потом покройте топом. Решать вам, брать этот гель или отдельно сухоцветы и выложите в том порядке, который вас устраивает.